Зоопарк, да? Андрюша приехал, хотим пойти по... Смотри, какой тут хорек. Хорек такой, ребята, смотрите, какая там лиса. Андрюша, покажи, какого динозавра ты купил. Вот это динозавр, да, крутой. Ребята, пойдем посмотрим скорее лисичку, сестричку, настоящая, да, лисичка? Ребята, смотри, Андрюш, смотри, смотри, какой у нее хвост. Вот это, привет, лисичка, сестричка. Мы пойдем, посмотрим этого. Пойдем, кто там еще есть? Ой, какой, это ж кто такой? Хорек какой-то, привет. Близко не будем подходить, а то он может такой, смотри, какой милый Андрюш. Какой он классный, а кто там еще есть? Ну-ка, пойдем посмотрим. Вот, еще один. Он что-то там кушает, наверное, да? Ребята, что-то ему дают, да, такой вкус? Он думает, ты ему кушать даешь, не надо. Ну, брось сыску. Это енот? Это енот. Какой... Он встал на задние лапки. Енотик, да, Андрюша какой? Смотри. Да. Пойдем еще. А там кто-то спит. Пойдем посмотрим. Кто-то устал очень-очень. Ну, жарко. Это... Ну, что-то ей... Пойдем, она спит. Так, волку близко. Мы подходить не будем. Ребята, смотрите. Да. Какой он большой. Серый волк. Мы про него в сказках, да, читали? Андрюша, а ты любишь волка? Не надо так делать. Очень интересно, да? Да, чтобы, конечно же, чтобы кусать. Если его отцепят, я думаю, он нас цапнет. Всех мы посмотрим. Очень интересно тут, да? Волк там, ну что ж, ребята. Пойдем. Волк там, ребят. Что ж, ладненько, пойдем мы дальше, ребята. Там. Ребята, а там волк ходит. Вот так.